Друзья, сегодня я решила прогуляться в лесу. Давненько здесь не была, потому что постоянно шли дожди. И наконец-то сегодня сухой ноябрьский день. И я решила посмотреть, что здесь изменилось, потому что просто обожаю ноябрьскую волшебную такую темную атмосферу леса. И очень хочу поделиться ею с вами. Ну что ж, пойдемте в самую чащу. Еще много красивых дубовых листьев. Обожаю их форму, цвет. И несмотря на то, что лес выглядит обнаженным, без предыдущей покрова золотой листвы, он все еще очень красивый. Внезапно пошел дождь. Я, честно говоря, думала, что он будет на час позже, но ничего не поделать. Вот сейчас спрячусь под елку. Ой, сползает капюшон. Немножко пережду и пойду дальше гулять. Гигантский муравейник. Так, надо аккуратно, чтобы никто не покусал. Посмотрите, какая здесь роскошь. Обожаю такие красивые мшистые деревья. Это просто моя любовь. Рыжее пятно внизу похоже на лисичку. Позднюю, но можно и собрать. Такая ароматная. Не думаю, что удастся найти лисички в ноябре. Почему бы нет? Двух таких больших грибов хватит, например, на утренний омлет с чудесным ароматом. Смотрите, какая там красота. На болоте, мне кажется, самая романтичная атмосфера в ноябре. Прозрачная вода, водоросли, вот немножко грибов, влажный мох. Очень-очень красиво, просто обожаю эту атмосферу. Какая красота! О, вот еще огромное бревно. Тем, что я искала тот самый опенок зимний. Смотрите, у него такие темные ножки, бархатистые, ни с чем не перепутать. И это он. И это прекрасная заготовка на зиму, основа для ароматного грибного супа. Что ж, не зря я пошла, будем сейчас все это собирать. Собранные грибы я сразу же очищу от листьев и веточек и замораживаю вот в таких небольших пакетах. Такого пакета хватит на большую кастрюлю супа, который получается просто невероятно ароматным. Но можно сварить сразу из свежих грибов по вашему желанию. Кстати, рецепт супа я оставлю в описании к видео. Его очень здорово подавать вот в таких вот керамических горшочках для создания неповторимой лесной, такой деревенской атмосферы. И, как всегда, я буду очень рада вашим комментариям. Напишите, как вам это видео, любите ли вы блюда из грибов, какие предпочитаете больше всего. И желаю вам чудесного дня и чудесных выходных. Пока-пока!